Забегаю как-то утром к одному мужику. А он орёт. Бля, закончат двери, паучки ползают-то! Ловите их, убегут! И прыгаем по стенам, паучков собираем. Пока всех не собрали, не успокоились. А потом я говорю, пойдем кудяпликов настреляем, пожарим и съедим. А он орёт, хочу, хочу кудяпликов. А я говорю, кто это? А там его жена стоит. Он говорит, это дьявол. Сейчас, говорит, его убью, а потом отметим это дело. Издалека долго течет река Волга. Встать, суд идет! Бухайте.